А жаль. Если бы он был баграфонистый. Такой, как в настоящих защитниках. Это же в северокорейских фильмах был типа этот такой помощник русский, понял, типа братишка северокорейца, этот, который с медведем ходил, понял? Вот это был неповторимый оригинал. Медведь. Они же еще этот. А ты не смотрел обзор Важенова на защитника, да? Он же потом еще этот купил комикс. Там, где скетчи все нарисованы. Там, где все наброски эти все нарисованы, понял? Он говорит, они даже здесь они плохо нарисованы. Даже здесь всякая рябь на рисунках. Короче. Так они ж типа да. Типа они сделали фильм, а потом начали комиксы пилить бездарные. Туда можно, можно? По счету. Что? Вот.
открыто? Нет, я до сих пор первый, он будет вечно. А у меня тоже не слышу. Я тоже не слышу. Ладно, я понял. Фортуна разрешит выиграть этим ребятам. Видимо, им нужнее по очкам. Сейчас они еще три наклепают по бырику и уйдут спокойно. Либо Фортуна наклепает 5 и выиграет. Что в лиге все Фортуна решает. Вот. Это они там это, судьям сигналы отдают, понял, так пальцем двинули там указательным вниз. Значит, фол. Не двинули, не фол. И вот остается понять, они сейчас разрешат или не разрешат. Я надеюсь, снимаешь, как договаривались, крупным планом всех игроков Фортуны. Не отрыва за тебя каждый раз выгребу. Ты что, проблем хочешь? Да, я так и понял. Если честно, да. Любишь, да, проблемы? Я заметил по тебе уже. Что-то странно. Вот. Я так и понял еще. Понимаешь, это попахивает увольнением, да? Хотя бы угловой сними, крупным кадром видно, чтобы потом опять не били нас. Разрешите, ребята, разрешите. Так, у них осталось минут 12, да? А, нет, подожди, это уже у вас минута 12. Ну, так и осталось, да, собственно. То есть они хотят заклепать 6 голов за 12 минут. Это будет интересно. Подожди, это всего лишь. В принципе, да. А? Просто ж мы не знаем, что у них в планах, понимаешь? Как они матч запланировали себе. Я ж просто не знаю, чем шайки в прошлый раз проявились. Может, это дань не принесли. Так сразу.
Сори, сори. Руку подними. А? Андрей? Ну, может, он не привык к твоему саппорту в этом плане? Что, сам не можешь догадаться? Ты же догадливый у нас. Не? Догадайся. Наш? По звуку определяйте. Что-то сильно по плану. Ну а сколько там в магаз едешь? Пока ничего. Да горишь, блядь, говоря! Может, это расставлю еще? Еще в диспотии. Ну, ты прикинь, я сейчас шутки шучу, оно может быть так на самом деле. Это было, конечно. Тут ты меня заставил смеяться. На этом моменте. Стой, вот так и с ним. Назад, назад,
Нет, 1-2. Я не знаю, кто их. Герта Хофенхайм. Где Герта, где Хофенхайм? Герта проигрывал. Ну ладно. Хофенхайм тащит. Включай его! Вообще Герта 1-0 выиграла. Да. Все, ну, поначалу побеждаем, потом проигрываем. Ника! Фортуна решила по греку отыграть, да? Все, какой счет? Ну так сейчас по греку.
Ну, заканчиваю уже. Yeah.